Дорогие друзья, здравствуйте. Дарья Визор говорит и приветствует вас. Меня зовут Алена, она же Елена, как угодно. Снимает меня обожаемая нами Наташа Солнцева, а рядом с нами в машине Наташа Зорина. То есть вы понимаете, что Таря Тур перемещается даже группой и готовит почву для совершенно уникального, потрясающего рекламного тура, который будет проходить в Петербурге, где бы вы думали, в Петербурге, с 15 по 18 марта. Носить название этот рекламный тур будет «Петербург между прошлым и будущим». И покажем мы вам не только традиционные классические объекты, которые вы все хорошо уже знаете, но я уверена, готовы посещать их снова и снова. Так куда же мы отправимся? Отправимся мы с вами по западному скоростному диаметру и увидим летающую тарелку, настоящий неопознанный летающий объект, а именно новый стадион, домашнюю арену нашего футбольного клуба «Зенит», что, конечно же, актуально в преддверии чемпионата мира по футболу. Увидим с вами строящуюся все еще, хотя сегодня мне вот Наташа сказала, что наивысшая точка достигнута — башню «Газпрома», известную также как Кукуруза. А вот Кукуруза, башня Саурона. Ну и дальше много существует разных, не всегда приличных интерпретаций. Поэтому приезжайте, мы вам расскажем об этом подробней. И, конечно же, будет обязательно всеми нами обожаемый особняк Румянцева, дворец великокняжеский князя Владимира, подсказывает мне прелестная Наташа Зорина. А едем мы с вами по Троицкому мосту, и можно пофантазировать, как будто бы мы с вами в Париже. Ждем вас, тем не менее, в Петербурге с 15 по 18 марта. Ура! Пробка закончилась, мы поехали.